В четвертый раз национальная театральная премия «Золотая маска» привезет в Ульяновск лучшие спектакли своих лауреатов и номинантов. В этом году в нашем городе принимают три театра – театр драмы имени Волкова из Ярославля, Московский академический театр имени Маяковского и театр кукол из Петрозаводска. Этот проект поддерживается правительством Ульяновской области, фондом «Ульяновск. Культурная столица». И мы надеемся, что театральные встречи 2017 года не разочаруют ульяновских зрителей. За предыдущие годы спектакли премии посмотрели более 20 тысяч зрителей. В этом году ульяновцы смогут увидеть спектакли «Чайка эскиз», «Русский роман» и «Железо». Постановки номинированы сразу в нескольких категориях. Это номинации, это и спектакль большой формы, работа режиссера, лучшая женская роль, лучшая работа художника, лучшая работа художника по свету. И все эти номинации дают нам с вами, ну что ли, понять и осознавать, а какой уровень спектакля, какой уровень постановки к нам приедет. Фестиваль пройдет в Ульяновске с 15 по 21 сентября. Билеты уже можно приобрести в кассах города. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.